Ваша ученица была семья, но поддержки в бытовых вопросах воспитания сына не было. Как говорится, и за маму, и за папу. Вопрос чисто женский. Будет у меня мужчина для комфорта? А задайте, Галина Кожушко, мне этот вопрос в четверг. Я с удовольствием на него отвечу. Как правильно публиковать, проводить бесплатное обучение в социальных сетях, психология, посвящать или еще как-то? Помню, что вы говорили, что бесплатно помогать нельзя. Наверняка возможно это как-то сделать. Как, например, бесплатная ступень, когда вы даете коды, проводите вебинары. Еще вопрос, насколько корректно помогать клиентам, помимо психологических методов, эзотерически без их ведома? Ни в коем случае этого не делайте, вас за это накажут. Любая помощь — это отдача своего везения и забирание невезения человека. Это просто обмен. Не делайте этого ни в коем случае. Иначе действия не будет никакого. Хотите бесплатно кого-либо обучать, посвящайте бесплатное чему-либо. Чему? Там, дальнейшему вашему бизнесу, дальнейшему благополучию, вашему там сыну, дочери или еще чему-нибудь. Ну что?